Так, давайте рассмотрим поближе. Карманы, кстати, здесь есть. Карман я начала подпарывать, и он действительно там внутри карман. То есть это не клапан, не обман. Больше всего я боялась, знаете, за что? Что вот эти клапаны будут криво отстрочены. Я терпеть не могу, когда криво отстрочены планки на рубашках, вот эти клапаны на карманах. То есть это такие сложные, в принципе, для ровной отстрочки места. И если они некрасивые на одежде, если там все криво, я такую вещь не покупаю. И я видела, кстати, на самых же их фотографиях на сайте с кривыми клапанами. Не знаю, зачем помещать такую фотографию, но мне пришло все ровное, слава богу. Спасибо большое. Размер М у меня, я посмотрела, это М-ка. И я ориентировалась, когда покупала, по расстоянию, по плечам. Там есть такой размер. Ну и, кстати, на некоторых вещах можно нажать, посмотреть, как подобрать размер, вносите свои параметры, и сайт сам подбирает по этой вещи то, что вам нужно. 38 сантиметров здесь по плечам. Длина рукава, я не думаю, что она здесь слишком важна, поскольку он все равно укороченный, плюс-минус 2 сантиметра не имеет значения. Ну, а вот длину по спинке я сейчас вам измерю и скажу. Так, длина по спинке я замеряю от шва с воротником и до самого низа 71,5 сантиметр. Так, ну все, теперь переходим к блузке. Блузка у меня размер S. Это S-ка. Я подумала, что слишком широкую я не хочу. Разлетаечку в любом случае войду. Если что, отдам дочери. У меня есть кому отдавать. Вот так она выглядит в сложенном виде. Так, давайте замерим расстояние вот здесь по груди. Ниточки, кстати, есть такие торчащие ниточки, но это не беда, они не влияют на качество вещи, их просто убираешь ножничками быстренько и все. Кстати, я посмотрела на сайте, бывают такие предложения, покупаешь там до какого-то числа или сколько-то вещей, еще и скидка бывает. 48 сантиметров здесь, так что можно пользоваться и такими услугами на этом сайте. И они привозят, как я поняла, они всем привозят курьером по адресу. Это очень клево, кстати, потому что я вот на свою почту прихожу, то найти не могут, то посылка не дошла, то ой, а где у вас номер? Там, в общем, у них всегда куча проблем. 52 сантиметра по спинке. Ну, собственно, и все, что можно про эту блузку вам рассказать и показать. Получается, спереди у нее три слоя. Один, два и три. И по спинке два слоя. Вот этот и тот, на котором пришито кружево. Кружево очень красивое, кружево мягкое. В общем, единственный раз, наверное, когда мне понравилась блуза с кружевом, которую я бы согласилась носить. Ну, а на мне сейчас платье, темно-синее платье, которая, мне кажется, выглядит даже больше черным вам на камеру. Сейчас я отойду, покажу. Мне кажется, вам слышно, как оно шуршит. Оно такое шелковистое, очень-очень шелковистое, приятное к телу. Это, по-моему, так, здесь 95% полиэстер и 5% спандекс или полиэстер. Сейчас опять меня исправите, девочки. Бесполезно меня исправлять, я никогда не помню, где здесь ударение. Достаточно широкая пройма, но я люблю носить платки, у меня очень много шелковых платков из магазина Accessorize, там натуральный шелк, они невесомые, очень красивые, и я думаю, что однозначно сюда нужен такой платок, потому что горловина для такого легкого платья слишком широкая. По-моему, у меня размер М, платье тоже М-ка, и выбирала я его по бедрам. Я не хотела, чтобы у меня были бедра в обтяжку, потому что ткань очень тонкая. Через нее видно белье, я не знаю, видно, нет, но я вам специально сейчас не стала надевать бесшовное, для того, чтобы показать, что действительно видно, выделяется белье, будут выделяться и швы на колготках, скорее всего, если колготки вниз надеть. Ну, а в целом платье очень комфортное, мягкое, шелковистое, и, честно, мне очень нравится именно, вот, и как сидит, но мне не нравится длина, я не знаю. Посмотрите, конечно, с каблуком будет лучше,
без каблука, оно совсем на мне даже каким-то большим смотрится, возможно, рукав широковат. Но я обратила внимание, что такие рукава сейчас на многих вещах. И я почему-то думала, что будет вот здесь поуже и фиксироваться где-то на руке, то есть не будет здесь широким, возможно, придется здесь чуть-чуть ушить. Мне кажется, тогда платье будет смотреться как-то не таким объемным, что ли. Поясок съемный, здесь для него есть шлевки пришитые, то есть он отдельно пришел. Сзади по спинке длинный замок, вот я вам показываю начало и конец замка. Большие карманы, большие удобные карманы, то, что я очень люблю. Глубокие, посмотрите, у меня туда входит больше, чем кисть, даже за косточку зашло. Ну и, собственно, что еще рассказать про это платье, наверное, больше ничего. Очень мне нравится, не знаю, девочки, оцените, скажите свое мнение. Ну, в общем, всеми вот этими тремя вещами я очень довольна. Еще у меня есть одна вещь, которую мне прислали, знаете, ну, типа по специальному заказу, что ли. Тогда этих вещей не было в продаже, они изучали, видимо, мнение потребителей, нужны, не нужны такие вещи, и попросили заказать меня одну из вещей, там даже размеры толком нельзя было выбрать. Ну, я заказала, думала, что это придет очень быстро, но мне сразу предупреждали, что придет не быстро. Наверное, я делала заказ в мае, пришла вещь только сейчас, а я-то думала, буду на пляж в ней ходить, поэтому такой пляжный у нее и рисунок, и модель пляжная, я вам сейчас покажу, но уж простите, надену на это платье, скорее всего, потому что без платья там 18+ видео получится. Я не ожидала, что оно придет вот такое вот. Я просто хочу вас предупредить, что когда вы будете заказывать, оно уже сейчас есть на сайте, его сейчас уже можно заказать за деньги, когда будете заказывать, чтобы вы были внимательны и осторожны. Решила я на синее платье не надевать, иначе ничего не будет видно. Надела такое домашнее платьице хбшка, типа удлиненной футболки, для того, чтобы было даже просто вот здесь понятно, что с ним не так. У меня размер S, и предполагалось, что это будет такой сарафанчик с запахом, который нужно носить на голое тело. Я не знаю, как его носить на голое тело, может быть, на купальник, и то это будет слишком открыто. Ну и здесь этот запах, посмотрите, откуда запах начинается, вот отсюда. То есть если здесь внизу ничего не будет, здесь уже будет видна часть купальника, нижней части купальника, уже будет видно. Я не знаю, как, что здесь не то с кроем, но с кроем явно не то. То есть предполагалось то, что будет запах вот в таком виде, но в размере S, в общем... На мои размеры, здесь у меня 89, талия 76, ничего у меня здесь не закрывается, вы видите, да, что тут, ну, бесполезно. Кстати, ткань очень хорошая, это вискоза, она настолько нежная, приятная, просто суперская ткань. Но что делать с этим восточным халатиком, теперь я не знаю. Спереди он короткий, сзади он прям в пол длинный, а спереди... Ну вот, не хватает, в общем, запаха. Не пойму, то ли где-то его надо как-то вот... Девчонки, в общем, модель не очень удачная. Что-то с кроем не то, поэтому я вам не рекомендую такую вещь. Размер у меня S. Никакого подклада, ничего. Как летний такой пляжный вариант было бы хорошо, но кого не смущает, что будет виден сильно купальник, наверное... Можете и купить. Ну, а давайте рассмотрим платье поближе. Подклада на платье нет. Здесь на манжетах тоже никаких пуговиц нет. Очень приятная ткань. За счет того, что здесь есть спандекс, она даже какая-то бархатистая. Но, мне кажется, мнется. Я отутюжила, повесила на вешалку. И вот смотрю, рядом оно висело. Может, горячим повесила, поэтому... Но... Как будто немножко заминается. Карманы отстрочены. Широкая такая вот здесь сделана. Ну, типа манжеты на карманах. Шлевки аккуратно сшиты, но ниточки торчат. Ниточки я отрежу. Внутри тоже, кстати, очень хорошо сшито платье. Мне нравится. Ко мне приходили вещи еще и похуже.
Пока я ходила за тем платьем, в этом платье, в синем, я поняла, что к низу оно сужается и немного ограничивает шаг. То есть уже широкий шаг не сделать, потому что оно к низу заужено. Сейчас мы с вами это посмотрим. К низу сужается, сужается прилично. И немножко шаг ограничивает. Здесь шлица, это не разрез. Ну, собственно, за все три вещи первые я ставлю пятерки, а за последнюю я даже не знаю, как ее оценивать. В общем, наверное, троечка. За ткань поставим балл, а все остальное, ну, не носибельная вещь, поэтому ее минусуем. Все ссылки на эти вещи я оставлю под видео. Пробуйте, заказывайте, если кому-то что-то понравилось. Ну, с вами была Марина Соловьева. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока.